Димексид, разрушитель припоя. Это у нас частички металла плавают в горячем димексиде. То есть кипятим раствор. И какой-то металл у нас растворяется, ну, разрушается. И частички его плавают в этом растворе в виде металла. Краска разрушается. Вот у нас металл в виде пленки тут выделился. То есть димексид у нас разрушает алюминий. Все остальное действует. Я просто попробовать решил, что будет. Димексид есть. Но он меньше растворяет, походу. Там, где олово защищено флюсом термостойким, олово держится. То есть перед тем, как растворять олово димексидом, разрушать, надо их детали промывать чем-то бензином или чем-то спиртом, чтобы разрушить флюсы паяльные. Да, действительно, димексид разрушает у нас олово. Оно не растворяет его, а именно разрушает, превращает олово в такую вот фольгу какую-то. Но предварительно надо детали отмывать от флюсов. Тогда все быстренько, все четенько проходит. Все у нас, в принципе, вот чистые эти контакты.